давай еще разочек пройдем те ритмы, что мы с тобой учили. Давай, поп-бит. Вот, чтоб больше. Так, теперь давай рок-бит. Раз, два, три, четыре. Теперь давай с тобой выучим еще один ритм, который называется поп-рок. Поп-рок. Чем мы будем учить, скажи? Поп-рок. Только к нему не прикасайся, а то укусит. Микрофон укусит. Как? Как? Электричество. Ну чё? Понял? Да. Чё надо делать, когда играешь? Пробивать удары. Пробивает. Видишь, рабочий, бочку. Вот какой кочевый ритм, да? Вот, но для начала мы с тобой выучим удары. Иди сюда, пока посмотрим. Так, поехали. Значит, бочка у нас. Что идет бочка где? На слабую долю. Перед рабочим. Бочка первая. Давай. Три, четыре. Бочка здесь. Вот на этот хэт еще бочка. Понял? Ты что, о чем думаешь, когда играешь? О мышах? Нет. Нет? Думай о барабанах. Рабочий хэт. Заново. Молодец. Понял? Угу. Все, давай сам тебе. Вот все удары хэта, понял? Хэт. Хэт. Заново. А вот один раз правильно сыграл. Вот молодец. Вот хорошо. Отлично, Яня. Молодец. Вот сейчас хорошо получается уже, да? Вот третье занятие, третий ритм наш, да? Третий ритм. Как называется наш ритм? Сейчас вспомню. Поп-рок. Правильно. Молодец.